значит, поймал новый русский золотую рыбку. И, значит, замолилась она, говорит, желание исполни, отпусти. Он говорит, ну хорошо, вот есть у меня квартира в Москве и дом на Канарах. Хочу, чтобы мне выделенную автотрассу ты построила, чтобы я мог по прямой как бы из квартиры в Москве до Канар добираться. Она говорит, слушай, ну это сложно, это там бетон рабочий, там туда-сюда, времени, денег много туда, давай что-нибудь другое. Ну хорошо, было у меня 4 жены, все как сыр в масле катались и вечно были мной недовольны. Вот научи меня понимать женщин, рыбка ему говорит, слушай, тебе 4- или 6-полосную трассу?